День воинской славы России. День Победы. 9 мая. В этот день в 1945 году в Берлине маршал Жуков подписал капитуляцию фашистской Германии. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне стал главным праздником нашей страны. Москва салютовала доблестным войскам Красной Армии 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.